Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы, Всадники Олуха. Так, 50 рун забираем за 22 день. Закрываем это все дело и смотрим, что мне принес Беззубик. Я хочу, да, один флаг принес, еще какой-то флаг странный притащил. Слушай, наверное, я его отправлю еще на поиски. Погоди-ка, это делается немножко не так. Делается чуть-чуть по-другому. Так, мы здесь с тобой забираем награды. Отправляем зеленую смерть опять же на поиски. Где у нас с тобой? Вот он. Вечно крыл. И... так, вот сделаем, да, с тобой? Длинный пляж, малые острова, кладбище драконов. Давай на кладбище драконов его отправим, а? Как нам сделать-то лучше? Наверное, вот так вот. В принципе, руны нам... ну ладно. Руны, конечно, бы нам нужны, ребят. Не хотелось их просто так тратить, но... ради такого, ради флагов можно. Так, подожди-ка, у нас где-то с тобой цветочек здесь есть. Найти. Вот он, забираем. Ну и, соответственно, надо забрать всю рыбу. Древесину, все, что мы с тобой нашли. Кстати, ага. Ветрокрыл у нас прокачался. Он имеет уже 72 уровень. Для того, чтобы прокачать его, 15 лямов надо. Ё-моё. Это, конечно, жестко. Ценники просто заоблачные. Так, давай лети. Тоже лети. Что у нас тут? Новинка. Да, конечно, я не буду менять. Слишком все это дорого. Так, тут древесина, тут опять же рыба. А почему они у меня не ищут, а? Эй, орлы. А ну-ка быстро искать. Тут 2 миллиона, тут всего 14 тысяч. Так, а здесь уровень получил. Вот, можно, кстати, вот здесь вот повыгоднее на самом деле. Ать, не хватило чуть-чуть. 6 миллионов рыбы. Совсем чуть-чуть, я тебе скажу. Так, у нас здесь есть какие-то излишки. 52 миллиона, вот. Пускай идет, обучается. Так, ну что, тогда нам придется еще с тобой попробовать, наверное. Где у нас ветрокрыл? Как он мне дорого обходится, а, в прокачке, друзья. Очень дорого. И смотрим, что наши драконы здесь делают. Так, пускай бесплатно летит. Кривоклык, ты как у нас? 7 рун. Понятно. Пускай делает азы бесплатно. Барсик у нас. Шестереночки принес. И пускай идет он в рой. Так, и остается сарделька. Сарделька опять, наверное, тусклый. Ага, тусклый янтарь. Прочь. Бесплатно. Прогнали прочь. Кстати, у нас есть что-нибудь событие? Нет, ребят, событий сегодня нет. Значит, будет просто аренка. Просто арена сегодня будет. Так, эти еще тут малыши у нас прокачались. Новая способность. Покормить. Пускай идет, качается. Иди тоже потренируйся маленько, тебе не помешает. Пускай тоже идет. Пока место там есть, ребята, мне не жалко, как говорится, да? Потратить. И что, все? Больше не хватает. Пускай идут, тренируются. Ну что, а мы с тобой глянем пак. Первый это у нас бесплатный, который идет. Здесь нам достается Громль, Ужасное чудовище, Шторморез и чуть-чуть ресурсов. Ну и, конечно же, посмотрим с тобой рекламный пак. В копилочку монетки Одина, а тут у нас Шипорез, Шторморез, Шепот Смерти. Ну и, в принципе, все. Так, давай глянем, что у нас тут с тобой пак. Ага, редкий, ну-ка. Кревет. Престиголов, Душитель, так, Шепот Смерти и Громобой Защитник.
И задание, да, то, что мы с тобой выполнили. Подожди-ка секунду, тут у нас блестящий янтарь. А еще есть? Есть. Пускай идет на переработку. А мы с тобой заберем здесь. Так, 25 тусклого янтаря, 5 рун. Так, здесь 30-ка и здесь. Вымпелы мы с тобой забрали, все, да? А, вот еще. Прекрасно. Ну что, давай быстренько с тобой пробежимся просто по аренке. Ну, ради фана. Сколько нам еще там нужно, а? Еще 2. Как же у нас долго, конечно, идет вот эта вот прокачка. Ну-ка. Так, этого мы громобоя прокачаем, да? И потом останется лишь ветрокрыло подтянуть. Ну и все, друзья мои, и мы с вами будем улучшать все абсолютно, всю нашу деревню. Ну, а сейчас отправляемся на арену. Друзья мои, 8 драконов нам нужно победить. Пока вроде бы ничего сложного нам не дали. 14-13 разряд. Ага, 14-13. 14 и 15. Начнем с этого. Угу. А вот так вот, да, ты? Сарделька тут что-то выпендривается. Так, сейчас будет, наверное, суперудар. Естественно, ну как же без этого-то? Ну как же без... Ого! А не слишком ли круто ты бомбанул-то, а? По-моему, Барсику, да. Крышка, ребята. Ты опять ходишь, а? Кусаем, давай замораживать. Ну? Делаем с тобой заморозку. Я, наверное, начну разбирать костолома, скорее всего. Давай-ка так начнем. А он сейчас в ответочку звезданет. Кривоклык. А нет, смотри-ка, не то. Хорошо, давай так сделаем. Сейчас, ребята, будет беда. А заключается она в следующем. Он будет делать разбег. Он будет делать разбег. И, судя по всему, он сделает, наверное, по кривоклык. Почему-то мне так кажется. Угу. Ну, тогда все, ребята, дело дрянь. Почему дело дрянь? Потому что я вряд ли смогу разобрать одним своим, извини меня, ветрокрылом всю эту компашку. Это вряд ли у меня получится. Ты специально сейчас вот это сделал, да? Прикинь, что он взял просто в отхил. Пошел. Так, ладно, сейчас мы будем с тобой делать что? Еще? Еще будем делать волну. Вот эту вот ледяную. Ну и добивать вот этого ханорика. А вот что вот с этим будем делать, я пока ума не проложу. И как вообще с ним тут справиться можно? Нет, мне кажется, не получится. Даже если я буду его тут замораживать постоянно, да? Ты сам видишь, насколько маленький урон я ему наношу. А он делает 2 удара. Не получится. Даже если я буду отхиливаться. Не-а. Ему сейчас 2 удара. Ну сколько? 3. И все, и он мне, скорее всего... Он еще сделал себе усиление атаки. Ты прикинь, вот наглости у него хватило на это. А если он сделал усиление атаки, то, скорее всего, он сейчас мне звезданет. Ну и все. Да, ребят. Проиграл, к сожалению, я. Ну и что у нас тут? Ага. 14 и 15 уровни. Будем, наверное, с тобой делать вот так. Опять же, у них костолом зеленый. Ну, сардельки зато нету, да? Зато есть громорог. И начинает нападать на самого слабого. А самый слабый — это у меня ветрокрыл. Ну, хоть этот что-то другое делаем, да? Не атакует моего дракона.
Давай-ка мы, наверное, сделаем с тобой вот так вот заморозку. И сразу же... Давай, наверное, вот так вот. Громорога будем с тобой бомбить до последнего. Ну, как мы видим, Барсик наносит по минималке, да? Ему урона. Сейчас он что-то сделает, ну и мы его, скорее всего, добьем. Так, а этого можно взять в слепоту. Как ты думаешь? Да, берем его в слепоту, ребята, и будем уже потихоньку его здесь разбирать. Видишь, как мы вовремя с собой успели, потому что так бы он сейчас наверняка мог бы даже уничтожить ветрокрыло, если бы попал. Так, секунду. Угу, погнали. И добивка. Ладно. Хоть где-то ребята победили. А здесь у нас два 15-х уровня. Блин, причем этот громорог противный. И шипорез. Ну и костолом сам по себе. Вреднюк еще тот. Ладно, попробую, наверное, все-таки завалить как можно быстрее шипореза. Сейчас. Так, только не надо делать суперудар. Фу. Так, а этот же сейчас будет разбег делать. Ё-моё. И по кому? А, вот как. Я думал, что он все-таки кривоклык мой хочет бомбануть, но нет. Смотри-ка, что делает, а. Прессинг конкретно идет. Так, давай, наверное, мы с тобой заморозим. Я попробую сейчас забомбить громорога. В первую очередь, вот этого. Ну, а там уже сам знаешь, да? Ёлки-палки, нифига он шпарит. О, тут, наверное, лучше вот так сделать. Так, тихо. Еще живем. Единственное, что у нас дела очень плохи в плане, ребят, если он сейчас будет делать разбег, а он его будет делать. Вот только по кому? Ну, естественно, ему было проще добить. Ну что ж, мы тогда его замораживаем и начинаем атаковать. Удар здесь. В плане он очнулся. Как ты так очнулся-то быстро, эй? Еще заморозка. Ну и все, и я так думаю, что Барсик его уничтожит. Давай, Барсик, вали. Да, сложновато сегодня игра как-то пошла. Так, мы забираем с тобой пак вождя. И нам выпадает кревет, престиголов, ужасное чудовище и крылатый ужас вместе с громобоем и шепотом смерти. Кривоклык. Ну что, а я пойду еще за следующим паком, за последним, за вторым. Блин, на ветрокрыло почему-то не выпадают карты, причем очень давно уже. Так, меня лишили музыки, да, понимаю. Ладно, не впервой драться в тишине. Естественно, лучше здесь начать с шепота смерти. Он 14 уровень, да, в принципе, должны разобрать успеть, да? Упс, понизили защиту, а? Посмотри. Давай укус. Так, громорог. Понял. Ну, да, добиваем шепот смерти и, наверное, будем начинать. Хотя мы сейчас сделаем немножко по-другому. Я сделаю вот сюда укус. Вот сюда вот. Потом я сделаю заморозку. Ага. Давай вот так вот. Ёлки ты палки. Немножко лопухнулся, ребята, я. И эта вот ошибка мне стоила ветрокрыла. Ладно. Так, ну что, друзья мои, берем его в слепоту. И тут ему, в принципе, уже деваться некуда. Мы его будем сейчас разбирать. Под слепоту, естественно, он промахивается. А мы с тобой его кусаем. Кусаем, тараним. Ну и в конце концов мы его добиваем. Вот так. Отлично. У нас с тобой следующий поединок. И опять меня лишили музыки.
Так, а здесь у нас, смотри, и крылатый ужас, и хофер. Начнем, наверное, с хофера. Хотя... Нет, с хофера все-таки. Крылатый ужас еще подождет. Он дождется своей очереди. Так, у них... Опа! Все, барсику крышки. Так, подожди-ка. Заморозка, отлично. Я немножко в шоке. Как они быстро все это делают? Эй! Что это за атака была? Так, ну все, барсику крышка. Я так понимаю, его сейчас... Да ладно, серьезно, что ли? Промахнулся. Блин. Ну добить мы его не добили. У него слишком быстрая инициатива. Он ходит раз за разом. А этот что так долго спит? Я не могу понять. Да, Сонька еще тот. Ладно. А вот он как решил. Давай-ка я, наверное, сделаю вот так вот. С отравлением. Плюс укус. Так, здесь удар. Ну что он может сделать? Да ничего, он промахивается еще к тому же. И добивка. Все. Так, по-моему, сейчас пак вождя должен быть. Так, ребят, еще нужно двух драконов нам победить, чтобы получить пак вождя. Но здесь, как ты видишь, 16 и 16 уровень. Не очень, конечно, хорошо. И лаварык. Пока я его трогать не собираюсь. Надо вот с этими разобраться. Сейчас начнется, да? Только ты не трогай, пожалуйста, барсика. Ну, конечно, ага. Так они меня и послушали. Заморозка. Минус, кстати. Душитель. Ну-ка, поехали. Упс. Добьет. Нет, не получилось. Это хорошо. Это хорошо. Давай сюда ударим. А вот теперь, да, теперь уже добил. Укус. Ну, друзья мои, вы понимаете, что мы сейчас сделать будем с лаварыгом. Во-первых, мы его сейчас возьмем в слепоту. А уже после этого будем просто чикать. Поехали. Удары, конечно, смешные. Урон тоже смешной. Но, тем не менее, мы его все равно победим. Но если, конечно, он вот таких вот пакостей будет поменьше делать. Блин, как бы его... Давай, наверное, заморозим. И вот так вот. А добить получится? Не-а. А он сейчас будет опять защиту или отхиливаться? Отхиливаться все-таки. Давай, добивай его уже. Все. Не выкрутился он из этой ситуации. Ну что, ребята, забираем второй пак вождя. И нам выпадает Громель, Громобой, Шторморез. Так, и Водорез. Плюс Кривоклык. Всего лишь по две карточки. Да. Ну и, в принципе, как бы все. Что ж, то, что я смог сегодня сделать, друзья мои, я сделал. Большего, как говорится, сделать я не могу. У нас остается что? Наша главная цель — это сейчас прокачать именно Ветрокрыла, чтобы он получил 75 уровень, и мы с тобой уже могли, в конце концов, развить свою деревню. А после того, как мы ее с тобой разовьем, нам надо будет, скорее всего, открывать новые территории. Я больше чем уверен, у нас откроется. Ну что, а пока все, друзья мои. Будем закругляться и увидимся уже в новых видосиках. Так что всем пока и до скорого.